режиссерский дебют Константина Хабенского, его фильм «Собибор», уже посмотрел Владимир Путин, а также премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. Недавно появилась информация о дате выхода фильма. Премьера художественного фильма «Собибор» состоится 3 мая 2018 года, накануне 75-летия восстания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.